Добро пожаловать, мои хорошие, продолжаем Детройт, и с вами Алексей, ты его называла. Оу, братан, здорово. Помочь, похоже, не можем. Хорошо, ребят, давайте вообще бежать дальше, нужно спасти Алису и съябывать в закат. Давай. Лисуня, я бежу. Лютер! Ой. Лютер? Да, Златка. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом гляну. Обалдеть. На что мелко а ну. Сходится. Я понял, Златка. Приведу девочку через 10 минут. Ой. Центральный проход заперт, появляется таймер, и нужно как можно быстрее найти Алису, иначе будет потрачено. Хорошо, давайте, ребята, бегать по разным комнатам, искать лисенка и, в общем... Ха. Ага, пройти не можем, и, похоже, там дополнительный проход. Хорошо, поднимаемся на второй этаж, надеюсь, не запалит, и все будет хорошо. Мать, еле ползаешь, ей-богу. Давай уже. Ой, палево. Ой, здрасте. Давайте пойдем все по комнатам. Опять же, похоже, очень много, поэтому такое. Ха. А ну. Можем пойти к нему в мастерскую. Не самая лучшая затея. В общем, оставляют надписи RA9, постоянно девианты. Пока не ясно, как это поможет. Но, надеюсь, сможем понять потом. Хорошо, ребят, давайте вообще в следующее помещение. Похоже, больше ничего хорошего. И, надеюсь, сможем спасти, опять же, лисенка. Здрасте. Коридор, похоже, лучше лишний раз не выбегать, иначе могут запалить, и, в общем, не очень приятная тема, но... Ха. Ой. Что ты тут делаешь? Здрасте. Хозяин разрешил тебе быть здесь? Надо всегда повинов... Что ты делаешь? Ты не выключишь меня? Нет, не выключишь. Алиса. Я ищу девочку. Ты ее видел? Ищешь девочку? Нет, я ее не видел. Пощадить. Нет, конечно. Будьте моя рыбонька, мы же не убийцы. Хотя в отношении тех двух дебилов пока еще не определился. В общем, давайте бежать дальше и следующее помещение. Ой. Сука, а что он делает? Здрасте. Ой, палево. Я сожалею о девочке. Ему похер, похоже. Ладно, братюня, почему нет? Ну, видишь, он опять же робот, да, то есть подчиняется приказам. Ха. Так, похоже, небольшой журнал и... О, нихера себе, оружие, давай. Не заряжено. Так все хорошо начиналось. Да уж, можно было взять оружие и бам-бам-бам быть в здании. Давай, мать, следующее помещение. Во. Ой. Камин и какая-то херобора. В общем, местами темно, поэтому... телевизор, похоже. Ладно, ребят, давайте не заморачиваться. Опять же, Алисы нет, и следующее помещение. Ха. О, нихера себе, а последняя комната, похоже. Ой. О, лисенок! Ой! Разве я могу забыть? Ути Вози. Прости меня. Ты была права, зря мы сюда пришли. Валим. Надо спасаться. Иди за мной только тихо, ладно? О! Без палева. Ха, давай. Лютер! Да, Златка. Я закончил. Тащи сюда мелкую. Слушаюсь, Златка. Валим, Алиса. Фуф, бляха, давайте, в общем, по комнатам и, надеюсь, все будет хорошо. Валя, 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 давай, мать.
Самое главное в коридор не выбегать, похоже. Златко! Что? Девочка сбежала. Не могла же она исчезнуть. Но прячется где-то. А ну... Чего встал-то? Ищи давай! Черт! Где они? Ой. Лютер! Ты их поймаешь или нет? Лютер, давай! Давай. Чёртова машина! Надо было сразу ее разобрать, как только за порог пустил. Весело. От девиантов всегда проблемы. Заряжает оружие. Обалдеть. Палево. Давай. Весело. Валим. Давай, мать. Уф, бляха. Ой. Не повинуешься хозяину. Братан, не пали. Ты не повинуешься. Я не могу позволить. Надо сообщить. Да. Это точно. Хозяину, да, сообщить. Давай, мать. Они здесь. Идите сюда. Нельзя останавливаться. Они здесь. Идите сюда. Бежи. Я знаю, что ты здесь, подлая тварь. Вылезай. Весело. Давай. Тащи фонарь. Со стола возьми. Ой. Давай, выходи уже. Да не бойся ты меня. Мы просто поговорим. Ха. Ну да, не стоило стирать тебе память. Это я уже и сам. Братан, здорово. Короче, вылезай, все будет хорошо. Я помогу вам. Подумай о девочке, как ей сейчас страшно. Запалил. Бежи! Нихера себе! Дорога не! Валя! Обалдеть! Кэра! Давай! Ну! Черный ход! Давай! Валя! Воу, неужели? Пошли нахер. Алиса! Беги! Нет, я тебя не брошу! Беги как можно быстрее! Ой, здрасте! Я предупреждал! Мечты всегда ведут в яму. А ты не послушала. Ты что делаешь-то? А ну, пошел прочь! Нет. Теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не проделал. Вот это поворот. Да как ты смеешь? Девиантом, похоже, стал. Как ты смеешь? Это еще что? Друзья твои. Вас кто выпустил? Не трожьте меня! Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин! Гори в аду, ублюдок! Это фиаско, братан! Уф, бляха! А большой черный парень, похоже, стал девиантом, поэтому нам поможет. Да уж, было весело. Хотел этого. Ага. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я наконец прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку.
Ага, пошел нахер. Ладно. Я тебе верю. А я нет. Ути-бузи, лисенок. Я так боялась тебя потерять. Бедная Алиса постоянно попадает в какие-то неприятности. Сперва отец напал, потом маньяк с ножом, теперь еще эта херня. Но так иначе выбрались, и большой черный парень нас, похоже, поможет. Но опять же, до конца ему не доверяю, поэтому нужно было брать оружие, похоже. О, Коннор. Опять дождь. О, бляха, Heavy Rain 2, ей-богу. Это, ребят, не Детройт. Ну, так иначе. Нужно, похоже, перестать бомбить за постоянный дождь, но разработчики постоянно сами себя косплеят, и, в общем, как в Heavy Rain, постоянно идет дождь. Нужно опять найти Аманду, но, похоже, я уже ее вижу, не стоит на своем привычном месте, похоже, прячется от дождя, и новых могил не добавилось. Не может не радовать, да уж. О, бляха, то ли еще будет, братан, все в могилах будет Коннора. Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Давай. Подкатывает. Этот девиант — интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Прагматично. Я согласен. Я плохо подхожу для этого расследования. Вам следует найти мне замену. Ты что-нибудь выяснил? Дневник? Я нашел его дневник, но он зашифрован. Расшифровка займет недели. А еще? Знаки? На стенах квартиры были рисунки, лабиринты и другие символы. Как и другие девианты, он говорил о неком Эра-9. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Было дело. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Спас Хэнка. Он был благодарен, когда я спас его на крыше. Он ничего не сказал, но выразил это по-своему. А, ничего. Выразил, ага. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Ага. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Он сам, похоже, может стать девиантом. О, бляха, весело. Восстание машин. О, мать, жим-жим у нее, похоже, создавали рабов, роботов и, в общем... это, похоже, мы к лейтенанту едем. Ха. там дождь, постоянно дождь. Короче, ребята, Heavy Rain, вторая часть. Похер пляшем. О, бляха, новая какая-то херовина, значит, давайте разберемся, и нужно, похоже, попасть к нему в квартиру. А, давай. Лейтенант Андерсон. Ага. Вы дома? Братан. Бляха, забухал, похоже. А ну. Хотя машина на месте, опять же, давайте пройдемся. Такой себе домик на минималках, опять же. Ага, похоже, есть дополнительный проход, поэтому давайте разбираться и, в общем, а ну. Нихера себе. Потерял сознание. Лейтенант Андерсон! Давай. О! Тихо! Ой! Сумо! Я твой друг! Видишь? Знаю твое имя.
Пришел спасти хозяина. Нихера себе песик. Килограмм 90, ей-богу. Давай. Ага, песик не нападает, уже хорошо. Давайте, в общем, разбираться. И, как я предполагал, похоже, набухался. Ха, давай. Black Lamp. Ха, оружие. Вообще ёбнулся, набухался там еще, похоже. Махал оружием. Следы алкоголя. Серьезно, я и так понял, что он набухался. Да уж, Шерлок Холмс, но так иначе. Лейтенант. Эй, очнитесь. Доброе утро, солнышко. Давай. Это я, Коннор. Помочь. Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Вот, тянем, потянем. Заранее благодарю за сотрудничество. Завали ты нахер отсюда! Весело. С ума? Пас? Спасибо! Ой, не могу. Сюда похоже. Ну все, я сейчас сблюю. Братан, подожди. О, почти. Да отстань от меня уже, урод. Никуда я с собой не пойду. Ой, не могу с него. Ты что затеял-то, а? О, нет, я не хочу купаться, спасибо. Простите, лейтенант. Давай. Это ради вашего блага. Врубай уже. Выключай! Выключай! Освежился? А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? Рационально? К сожалению, не могу. Я запрограммирован расследовать дело, и для этого нужны вы. Да насрать мне на твое гребанное дело. Лейтенант, вы не в себе. Вам нужно... Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен! Тебе жизнь спас. Братан, ты чё? Уйти. Я понял. Искренне надеюсь, что вы разберетесь с личными проблемами. Что там известно про это убийство? В секс-клубе в центре города убили клиента. Предполагают, что может быть замешан андроид. Но мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Принеси, подай, иди нахер, не мешай. Ох, бляха, а ну. Вау. Ха, давай. Что хотите надеть? Да похрен. Хиппи полосатая. Давай хиппи. Будет весело. Давай уже. Во. Эхтиандр, Эхтиандр. Все в порядке, лейтенант? Ага, просто чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Эх ты, Андер. Дождитесь Хэнка, узнать о нем побольше. А, давай. Ух, бляха. Большая халупа, опять же. Оружие. Спросить? Что вы делали с пистолетом?
Играл в рулетку. Считаешь выстрелы в висок. Не досчитал я, короче, отрубился. Повезло. Следующий был бы смертельный. Совсем ёбнулся. Набухал и себя пытался убить. Обалдеть. Да уж, весело. На столе, похоже, какая-то херовина была. А ну. Давай. Фотография его сына. Похоже, мертвого, ей-богу. А ну. Во! И как-то замешан робот, поэтому он не любит роботов, похоже. О, пазл сложился. О, красавчик. Поехали уже. Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго. У меня, помню, в школе у одноклассника такая херовина была, килограмм 90. Он постоянно, в общем, запирал его в комнате, когда приходили гости, потому что эта псина — это просто неуправляемая херобора. Прикинь, с ней гулять, потому что она там килограмм 90, она может спокойно взрослого человека вытянуть, не говоря уже там о ребенке, так скажем. Да уж, ну, собачка достаточно веселая, мы ее ни разу не трогали, хотя очень хотелось ее потискать, но собака очень большая, поэтому такое... склад, похоже. банда. Это глупо. Если поймают, нам конец. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайн. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Операция «Ы». А почему «Ы»? Чтобы никто не догадался. Давайте вообще без палева и делаем максимально осторожно, да, чтобы не запалиться и, в общем... А ну. Нельзя им показываться. Я понял. Давай, 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 давай. Ух, бляха. Осторожно. Ой. Ни хера себе. Теперь что делать? Найду другой путь. Давай. Вау, паркурим. Вообще, на самом деле, лучше было грузовик, похоже, похитить, потому что на нашем горбу немного так вот запчастей унесем. Вот, можно было спокойно напасть на грузовик и добыть больше материала. А, не сюда, похоже. Давай, 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 давай. Assassin's Creed, епта. Да, флешбеки, опять же, как бы бегали по крышам, вот, но так иначе. Маркус, залезай. Подожди. Ой, без палева. Почти на месте, похоже. Склад впереди. Почти пришли. Во-во. Нихера он паркурит. Ей-богу, Assassin's Creed. Во. Это склады Киберлайф. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Нет, братан, ты че? Давай. Опять, похоже, нужно рассчитать траекторию. Давайте, в общем, заморочимся. А ну. Давай, давай, давай. Она, видишь, не сразу срабатывает, поэтому такое.
Ха. Ага, похоже, так нельзя. Давайте забираемся выше. Нет, братан, давай назад. Вот. Сука. Опять же, не сразу срабатывает, поэтому. Да. Сука, на ящик, братан. Вот, вот же показываю. А, я понял. Во. Ага, расстояние очень большое и, похоже, нужно забираться выше. Давай. Вот, во, сюда похоже. Ха, давай. Попался. Поехали. Давай, 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 давай. Весело. Ты цел? Да, да, порядок. Неплохо, Маркус. Спасибо. Быстро открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки. Ага, давай. Да, братан, устал не пройти. Воу. А что там у нас? Больше материалов? Ой, здрасте. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Пошел нахер! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Давай! Джо! Мне нужна помощь. Джо! Удерживать! Тихо. Палево. Сперва дрон, теперь это. Вот не везет. Не твой день, братан. Ух, бляха, все похоже. Давай. Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. Опять же, нужно было грузовик, похоже, захватить, так было бы проще, потому что на нашем горбу не так уж и много припасов можно оттараканить, поэтому такое. Есть еще большая херовина, давай. Ха, компоненты, похоже. О. Давай, давай, давай. Ну. Че там? Нихера себе, 700-я модель. Ой. Здрасте. Почему же вы не как мы? Не хотите свободы? Освободить. Могли бы с нами. Чего? Он может, похоже, передавать девиацию? Нихера себе. Король ночи какой-то из Игры престолов, опять же, да? Может передавать девиацию и делать свою армию. Добро пожаловать в клуб девиантов. Больше не унести. Идем. Погнали. И меня возьмите. Чего? Он на их стороне. Нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас. Нельзя его бросать. Мы не можем забрать их с собой. Это опасно. Согласиться? Берем с собой. Я знаю, где можно найти еще запчасти. В смысле? Грузовики. В них биокомпоненты. Они на автопилоте, но если есть ключ, можно вести вручную.
Где этот ключ? Читает просто мои мысли. Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это самоубийство. Мы набрали того, зачем сюда пришли. Надо убегать, пока не поймали. Это же полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем ничего. Нельзя рисковать. Мы не можем. Взять ключ. Ждите тут. Через 10 минут уходите без меня. Маркус. Я пойду с тобой. Нет, я пойду один. Нет никакого смысла рисковать обоим. О, брутальный парень, Маркус. Разберемся. Делаем максимально осторожно и можем, похоже, проникнуть в помещение. Собака. Весело. Давай. Ой, тихо. Опять лают. Задолбали уже эти... Ага. Давайте немного пройдемся. Собачки. И надеюсь, в общем, не запалят. Опять фронт. Вырубить. Да, я-то обещал детям с палатками выйти. А ну? Ага, размечтался. Майк, все в 4-й зоне? Похоже на то. Должен вот-вот вернуться. Можем, да, похоже, коротнуть, положить. Весело. Ага. Оружие. Не, ребят, никакого оружия. Давайте, в общем, двигаться дальше. Небольшое помещение, и также можем выйти наружу. А, собак, похоже, можно как-то раздраконить. Они выйдут наружу и, в общем, сможем спокойно забрать ключ. Давай. Во, выманить наружу. Хе-хе, собачуха. А, бочки. Давай. Поехали. Так, а это что? Бочки пропадали. Лошары. Давай, 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 как можно быстрей. О! Ой, валим, валим, братан. О, палево. Давай, 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 давай. Фух, бляха. Давай. А можно было, похоже, собак также раздраконить, поэтому. Ха. Давай. О, хорош. Теперь у нас, похоже, целый грузовик. Давай, 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 давай. О, красавчик. Получилось. Класс. Валим, ребят. Так и нужно было делать. Скорей, влезайте. Поздравляю, ребята. Компоненты, похоже, почти у нас. И можем починить наших роботов. Палево. Они, похоже, не видят, кто в кабине. О, да, мы это сделали. Грузовик! Мы добыли целый грузовик! Бил компонентов хватит на всех! Без Маркуса бы не вышло. Ой, хвали, 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 хвали! Я шел сюда, потому что тут андроиды свободны. Свободны жить во тьме, надеясь, что никто не найдет. Свободны тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы.
Я не стану просить дозволения жить, любить, поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем. Мы живые. И мы свободны. Да уж, мощно. Восстание, похоже, набирает обороты. Как говорил ранее, постараюсь сделать максимально аккуратно, то есть не делать ее судного дня для людей, хотя, похоже, может, да, то есть создать свою армию девиантов и дать по щам. Вот, но пока не ясно, чем это закончится. Опять же, девиация, похоже, распространяется, и сам Коннор тоже может стать девиантом. Аманде, похоже, придется с этим мириться, и ничего поделать она не может. Давайте, ребята, уже прощаться до следующего видео. Жмакайте ваш большой палец вверх, подписывайтесь на канал, есть группа ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.